Зимой 2025 года нас ждут 8 наборов по серии LEGO Ниндзяго, из которых один возраста 4+, 3 кружицу и 1 полибэк. Еще 3 набора анонсированы на март. В июне 2025 года планируется к выходу еще 10 наборов, так что нас ждет очень интересный год. В списке наборов пока пропущены 3 номера, поэтому для нас их судьба загадочна. Мы привыкли, что серии всегда открывают наборы по кружицу. В этот раз их 3, Кай и Сора в отдельных наборах. А вот АМ и РАС в одном двойном, это отлично, потому что, купив этот набор, можно будет сражаться друг с другом. Естественно, у них новый механизм выталкивания. Коробки снова выполнены в оригинальной форме в ярких сочных цветах. И обратите внимание на новый логотип этого сезона. Говорят, что спиннеры можно улучшать золотыми элементами, которые можно получить, ударяя и разрушая арену для битвы. Мех Зейна, который приходит с 2 мечами, не совсем такой же, как мех Джея из набора 71805. При внимательном рассмотрении, он явно отличается в деталях конструкции, хотя визуально похож на него. Набор не очень дорогой, но зато в нем целых 3 фигурки, и обратите внимание, в набор входит новая фигурка Дрикса из запретной пятерки. Среди представленных наборов наиболее спорный – это, конечно, набор 71828 «Гоночный автомобиль Ллойда». Он очень сильно перекликается с ранее выпущенными зелеными машинами Ллойда и из-за этого кажется каким-то заезженным. Лесной зеленый дракон Ллойда – маленький, прикольный, конструкция кажется хоть и простенькой, но вполне рабочей. Возможно, голова у него все время будет падать вниз, а хвост ломаться, но не будем торопиться, поживем увидим. По конструкции самолет Кая с возможностью пристыковывать к нему робота, представляет из себя что-то типа пода из «Звездных войн» или воздушного скутера с 2 огромными реактивными двигателями. Возможно, выглядит это немного безумно, но зато идея не повторяется, как это случилось в других наборах. У этого скутера есть 2 шутера, и это отлично. Набор «Храм Кружицу Ниндзя» для возраста 4+, хорош своими 4 фигурками, каждая из которых это положительный герой. И чуть ли не целым монастырем кружится, собранным всего из 158 кубиков. А еще есть маленький дракончик Раю, зеленая лягушка и голубая птичка. Это что-то новое. Реактивный громовой самолет расы Иарина интересен яркими желто-синими цветами, возможностью расстыковки на отдельные части и дроном раса, выполненного в виде черной головы дракона. При этом у него 4 X-образных крыла, как у X-винга из «Звездных войн». Пока непонятно, складываются они или нет. Самый большой набор, на данный момент, это набор 71834 Ультра Комбо Робот Зейна с его 1187 кубиками, но в марте должен появиться набор перекресток с более чем 3000 элементов, судя по всему. Это будет модульный набор, возможно, продолжение линии Ниндзяго Сити, и он реализует в себе мир Ниндзяго после слияния, так что самое интересное еще впереди. Вы удивитесь, но у набора комбо Мех Зейна есть двойник. Это маленький полибэк, можно сказать, его мини-версия, собранная всего из 80 кубиков. Набор «Громовая деревня Драконианцев» явно придуман для игры, в нем фигурка Роук, что делает его желанным. Вместе с новой серией вышли 7 новых фигурок злодеев. Со стороны добра 8 новых мини-фигурок ниндзя и 1 маленький, желтый дракончик. На этом пока все. Какой набор выберете вы? Оставьте свое мнение о наборах зимы 2025 года в комментариях.